Весенний призыв в Рязанской области в этом году пройдет в том же режиме, что и раньше. Разве что количество новобранцев от региона станет немного меньше. Немножко меньше мы будем призывать, порядка 1200 человек. А так, в целом, призывная кампания ничем отличаться не будет. Принципиально изменений никаких не произошло. Как это было в предыдущие года, так оно все и осталось. Это в основном территория Западного военного округа, немножко Южного военного округа. И тем не менее, в социальных сетях и некоторых СМИ весеннюю призывную кампанию называют одной из самых тревожных и для новобранцев, и для их родителей на фоне спецоперации. Только разгонять эту тему смысла нет. Позиция Минобороны твердая. Никаких горячих точек для новичков. Как неоднократно заявлял и верховный главнокомандующий, и министр обороны, конечно, военнослужащие срочной службы участвовать в спецоперации не будут. Потому что такой даже необходимости нет. Поэтому военнослужащие срочной службы будут находиться в пункте постоянной дислокации, заниматься боевой подготовкой в своих частях. Это касается и слухов о всеобщей мобилизации. У военных людей ничего кроме смеха эти интернет-страшилки сегодня не вызывают. А вот помощь от добровольцев нашим вооруженным силам сегодня не помешает. И да, это за деньги. Подробности узнавайте в военкоматах.